Вот он, Никит. Надо нам... На доску нанести немножко. Папа, ты думаешь, ты собираешься? Ярослава. Папа, мне нужно еще. Куда тебе еще? Уже много у тебя. А, папа, а доски ты такие тапаешь. Да. О. Уже делаем мост. Садошка будет всех видеть, пока я делаю мост. Папа, что ты делаешь? Вот, ты намазал, теперь надо вот вторую дощечку, но ты тоже намажь немножко. Одна дощечка пошла. Давай. Нужно идти до моста. Папа, мне нужен клей. Ну давай, немножко только. Смажь? Да, нужно намазать и смазать. Вот теперь их нужно соединить. Да, нужно соединить. Вот, соединить. Но чтобы они склеились, надо струбцинами зажать. Да, зажать. Давай, все, это клади уже. Нужно. Давайте, да, вот такие струбцины. Да, такие штуки. Вот берешь вот так и вот так, видишь, как? Раз, раз. Можно я тоже попробую? Вот. Да, давай. Дай. Вот давай здесь зажимай, вот так. Давай, еще. Вот отпусти еще раз. Еще вот, нажимай. Вот так. Видишь, они сжались. И тут еще надо. Сжать. Давай вот здесь. Давай, сжимай. Да, сжимаю. Я могу снимать. Вот видишь, клей. Да. Выступил. Значит, они хорошо прижались. Нужно сжать хорошо. Вот, все. Теперь оно должно сохнуть. Так что? Вот пусть она до завтра сохнет. Да. И уже их не разорвешь потом. Да. Все, давай поставим. Да, поставим. Вот, пусть оно сохнет. Да, сохнет. Да. Папа. Я буду дальше клеить. Я тут дальше поклею. А, папа, а ты будешь, а ты идешь домой, а да поработаешь? Конечно, сейчас я вот только вот это заклею и приду домой. Тебе дам... Мне надо заклеить, чтобы оно за ночь высохло, а завтра я буду дальше обрабатывать эти детали. Вот. Как раз оно ночью высохнет хорошо. И сотрите. Да, и высохнет, и уже их... Папа, это дальше похоже на кочки. Да, похоже на кочки. Это я вижу макую. Потом ты пытаешь дочки сушить. Да, вот видишь, часть уже сохнет. Да. Да. И это еще будешь сушить. Да, буду сушить. А что ты охотились? Как всегда. Да, сейчас надо стрельцами стянуть их. Потому что если без трубцин они не склеятся. Вот, видите, это. Да, не склеятся. Так, лучше нам так сделать, все работать весь день. Папа. Папа, это что у тебя? Это компрессор. Компрессор? Компрессор, да. Он... Оно висит. Подает сжатый воздух. Да. Питать воду. На часы, а манометр это называется. Ого! Как много у них. Вот, видишь, как хорошо мы сжали. Сидок, сидок. Вот,
Теперь это хорошо заклеится. Да, нужно поставить сушить. Да, вот поставили сушить. Следующую клеим. Следующую клеим. Да, вот еще надо. Ну, теперь штучку заклеить. Папа, а чем тебе эти доски? Доски я буду делать вставки. На доске, да, другого цвета. Другого цвета? Да, чтоб красиво было. А чем ты будешь красить? Я красить не буду. Просто вот одно дерево белое, а другое черное. Вот. Во! Если соединить, будет красиво. А чему? Ну, рисунок можно какой-то нарисовать. Во! Клеем? Твоим. Нет, не клеем, а другой древесиной. Во! Это ты как? Я так машину. Папа, это что есть твои ботики? Ты пошел в ботики свои? Да.